информируем людей, чтобы они не боялись ВИЧ-инфицированных, так как они такие же люди, как и мы. Как бы оказывали им психологическую помощь, поддерживали их во всем. Также мы информируем людей о том, что эта болезнь, эта инфекция не только за границей, но она и в Молдове, и в частности в Гагаузии. И мы должны бороться, и поэтому мы сегодня собрались, чтобы проинформировать все население Гагаузии о путях передачи инфекции и как защитить себя и своих близких от этой инфекции. Наша цель такова, чтобы информировать население о том, что ВИЧ-инфекция передается половым путем через от матери к ребенку и через кровь. В данный момент очень большое число населения болеют ВИЧ-инфекцией, и для того, чтобы они знали, каким путем передается, чтобы не могли как потомство наше защитить. Мы информируем население о путях передачи, о ВИЧ-инфекции. Мы говорим с людьми о толерантности, о снижении стигмы и дискриминации. Очень радует тот факт, что люди, слыша о проблеме ВИЧ-инфекции, уже не шарахаются. Если лет 5 назад взять, когда мы работали с населением, мы можем констатировать тот факт, что люди просто-напросто, когда слышали, что мы говорили о ВИЧ-инфекции, они очень предвзято смотрели на нас, во-первых. Во-вторых, они говорили, а как вы можете с такими людьми общаться, работать и так далее и тому подобное. На сегодняшний день мы видим, что молодежь у нас очень информирована. Если мы общаемся с молодежью, то в первую очередь мы призываем их к социальной терпимости. Мы говорим о ВИЧ-инфекции. Мы призываем молодежь, чтобы они придерживались принципа двух В. Это верность и воздержание.